Скандинавская история. У Могилевском агролесотехничном колледже будуют драуляный корабель викингов. Меркуется, что на дракары, у перекладе это дракон, викинги ходили со Скандинавии до Черного моря. Маршрут пролягал по великим водным гандлевым шляху с вараху греки. Частка его был наш Днепром. Нашей здымочной группе первые дозволили зазернуть у творчую майстерню колледжа. Здивляют навод не масштабы будаунництва, а сама история. Например, низкая посадка судна, якая надавала худкости и робила его неприкметным сярод морских хвалев. Те тое, что парус робили за вечер скуры. Посередине стояла мачта, она вращалась на 360 градусов, что позволяло при любом ветре. Они просто поворачивали мачту, ветер дул, и корабль был постоянно в движении. И это была уникальная способность, которую пытались многие повторить, но у них не получалось. Еще, может, переговорим, может, сюда даже настоящую голову поставим. Может, если бы... Да, быка какого-нибудь найдем. Вообще, эти корабли, они были от 30 до 45 метров, да? То есть мы стараемся приблизить... Ну, нам технические характеристики не позволяют даже того помещения сделать тех же 30 метров, да? Мы делаем как бы уменьшенную форму, то есть уменьшенную копию этого корабля. Поэтому получается, вот мы его делаем 10 метров. Зараз у колледжа будуют костяк. Праз некалькі дзён распачнутся работы по обшивцы дракара. Навучэнцы працуют по старых схемах и гістарычных документах. Мы готовим профессионалов, но должен быть и патриот. А патриот должен знать свою историю, потому что что-то с тех дел и до нынешних времен, конечно, у нас осталось. Это просто обычный учащийся, обучающийся в группе по профессии лесник. И этот интерес у них выявила не только работа с деревом, но и знание истории Могилевского края в период Средневековья. Будаунництво дракара планует завершить до красавіка. Потом его перемістять у Могилевский заосад, где на корабель можно будет подняться и отчуть себя викингом. Катерина Балукова, Виталь Вобсев, новини региона.